Ассаламу алейкум, все дагестанцы, мои близкие, родные, земляки. Это то самое. Просто ощущение, это просто словами не передать. Я никогда в жизни не думала, что я попаду на эту землю. Итак, дорогие друзья, мы прибыли в Микат, это место, где будет намерение делаться паломниками и для совершения большого хаджа. Так что сейчас проследуем место, где будут делать омовение, готовиться мысленно и телесно к тому, чтобы вступить в состояние ихрама, то есть состояние вступления в большой хадж. Проследуем к месту омовения.